В Николаеве приостановили тендер на закупку инсулина. Чиновники говорят, все из-за того, что при составлении документов произошла техническая ошибка. Ее исправили и торги возобновили. Но есть опасность, что может повториться прошлогодняя история. Тогда конкурс заморозили на несколько месяцев, и диабетики остались без жизненно необходимого инсулина. Сейчас прокуратура ведет уголовное производство по этому делу. В Минздраве прокомментировать ситуацию не захотели. Глава ведомства заявила, пишите официальный запрос. Что же касается снабжения пациентов инсулином, сообщила, уже в этом году процедура его закупок будет изменена. Зараз закупівля в відкритий реєстр інсулінозалежних. Пацієнти приходять до лікарів, лікарі тоді записують їх у реєстр. Пацієнт отримує в 8 областях. Пацієнт отримує рецепт, іде в аптеку, іде планування в аптеках, щоб вони розуміли, скільки інсуліну їм буде потрібно. Нам потрібно заповнити реєстр, щоб було краще планування.